Предотвращение, спасение, помощь – главный девиз всех спасателей. Для них нет ничего ценнее человеческой жизни. В честь юбилейной даты 85-летия системы гражданской обороны в Одинцово прошел смотр специальной техники. Возле бывшего гарнизонного дома офицера выстроилось порядка 9 машин экстренных служб. Здесь представлена пожарная и аварийно-спасательная техника. Пожарная – это пожарная цистерна, емкость цистерны 6 тонн. Понятно, предназначена для подачи воды, тушения пожаров. Также имеется наличие аварийно-спасательный инструмент. Далее представлена пожарная лестница 50 метров. На площади была представлена техника Одинцовского водоканала, Мособлгаза, Московской областной противопожарно-спасательной службы и других предприятий, которые обслуживают территорию нашего района. Сотрудники экстренных служб не только демонстрировали возможности техники, но и рассказывали о специфике своей работы. Потому что ситуации бывают разные, и данное лето было не исключением, когда было падение деревьев, ураганы. Соответственно, приходилось упавшие деревья, приводить в порядок наши объекты. Электроинструмент, сабельная пила, генератор для освещения. Тут место для аппаратов сжатого воздуха и электрический гидравлический инструмент, которым мы пользуемся в работе, для деблокировки пострадавших. Здесь также разместились пункты питания и вещевого снабжения. Впервые был представлен быстровозводимый модуль для жизнеобеспечения оперативной группы. Естественно, работать нужно будет при любых условиях, в том числе в зимних условиях. Для того, чтобы работать в зимних условиях, имеется возможность подогрева помещения этого. Вот, для этого есть генератор дизельный. Слаженность совместных действий и грамотный подход помогают спасателям сохранять человеческие жизни, устранять чрезвычайные ситуации, обеспечивая безопасность граждан. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».